света у нас как и нет, воды нет. Короче, в Херсонской области нету ни света, ни воды, нигде. А что ты не спал? Какой спать? Тут такое происходит. Как это спать? Прорыв у нас. Прям у нас, вот где я стою сейчас, вот прямо вот здесь. И что делать? Ничего не делать, нахуй. Они тут Тукры нормально только что обложили, ебать. Всю полностью зону, нахуй. Только что так накрыли. Дымы, клубы такие стоят. Они сейчас тут нас ебать, сейчас что, зверей, нахуй. Вторую роту кинули всю на поселение. К вам туда? Нет, к ним туда, на Брусске. Но у вас связь есть вообще с кем-нибудь? Нет у нас связи ни с кем. Толик отзвонился, сказал, блядь, готовьтесь, нахуй. Боевые. Все. А если что, отходить куда? Никаких нахуй отходить. Командование сказало стоять до после. Кто дойдет, будет дезертировать. И мне все равно на Херсонскую область, причем. Я тоже если надеюсь. Вдруг что-то случается, собираешь пацанов, ебать нахер оттуда.